ресторанов, кафе. Им было доведено, в том числе военной комендатурой, запрет по продаже спиртных людям в военной форме и посещение с оружием людей в военной форме кафе и ресторанов. Всем торговым точкам были разосланы телеграммы, телефонограммы с рекомендацией ограничить продажу спиртного. Ну, мы напрямую запретить не можем, но, так сказать, корректно, ограничить продажу спиртного людям в военной одежде. Есть соответствующее распоряжение Донецкой администрации и губернатора. И на совещаниях, которые мы проводим, то есть комендатура, это еженедельно подтверждается. Военная комендатура еженедельно складывает протоколы по задержанию. Там цифры где-то в районе 15 протоколов за неделю. Вот. Патрулирование военной комендатуры осуществляется.